Здравствуйте, мои дорогие близнецы. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Здравствуйте, зрители моего канала. Сейчас будем снимать общий таро-прогноз для наших близнецов на март месяц. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за подписку и за обратную связь. Благодарю. Уже есть на моем канале таро-прогнозы общие на январь, на февраль, на 2024 год, 12 домов, очень интересный прогноз. И еще прогноз по месяцам на 2024 год. Все ссылочки есть под этим видео или же на моем канале в плейлистах. По личным раскладам обращайтесь, пожалуйста, есть ссылочка на телеграм-канал. Буду рада вам помочь советам. Итак, близнецы, молодцы. Начнем. Достану 5 арканов, потом их подробно рассмотрим. Первый аркан вылетел сам. В вопросах здоровья. Что может ожидать наших близнецов в вопросах здоровья? И здесь королева жезлов. Все будет хорошо. Это кратко. Так, успехи или неудачи. В финансовой сфере. Надеюсь, только успехи. Близнецы. Умеренность. Отлично. Старший аркан. Умеренность. Дальше. Как будут обстоять дела на личном фронте у наших близнецов? Март месяц. Ух ты! Соблазн какой-то, дьявол. Интересно. Дальше. Четвертый аркан. Продвижение по служебной лестнице или рабочие моменты. Так, близнецы. Март. Служебная лестница. Колесо фортуны. Отлично. Буся, прекрати, пожалуйста. Чего ждать вообще нашим близнецам от марта месяца вообще? То есть, что вообще? Ух ты, дурак! Лупец, начало нового, новизна. Итак, начнем. Первый аркан у нас для наших близнецов по поводу здоровья. Чего ожидать? Здесь выпала очень энергичная карта. Королева жезлов, конечно же, она не может говорить о плохом здоровье. Это карта любви к жизни, проявления лидерских способностей и хорошего социального положения. И карта, самое главное, энергии и энтузиазма. То есть тут все хорошо. У вас будет энергия, будет энтузиазм, вы сможете проявлять это в работе, то есть вам это будет помогать, вы будете работать и так далее. Для мужчин тут даже возможна встреча с женщиной очень красивой, но мы сейчас говорим о здоровье. Поэтому тут в любом случае эта карта хороших моментов, энергии, и даже если кто-то что-то болело, то это карта хорошего завершения. Тут все хорошо. Дальше. Второй аркан, успехи или неудачи в финансовой сфере. Здесь старший аркан, умеренность, если вы помните. Это карта, конечно же, умеренности. Не нужно злоупотреблять никакими ресурсами, ни финансовыми, ни физическими. То есть тут в финансовой сфере будьте аккуратны. Не тратьте то, чего не надо тратить. Делайте все лучше скромно, знаете, как вот этот месяц прожить. Стабильная ситуация, равновесие держите, конечно же. И спокойствие. То есть тут не нужно торопиться. Умеренность решает все проблемы, но умеренно, то есть медленно. Поэтому не торопимся, если у кого-то даже есть проблемы или какие-то были мысли, что-то новое и так далее. Не торопимся, не нужно торопить события. Потихонечку, вот так вот, медленно. И не забывайте находить компромисс. И в любых финансовых вопросах должно быть благоразумие и толерантность. То есть тут все так спокойненько, культурненько и вот так вот, знаете, не торопясь. Как будут обстоять дела на личном фронте? Ну и тут, конечно же, дьявол. Дьявол о чем говорит? Это зависимость, страхи, комплексы, темная сторона личности и страсть, и сексуальные инстинкты. То есть здесь возможен, конечно же, соблазн.
Бурный роман неожиданный. Нужно ли вам это? Это, ну, по дьяволу, конечно же, это рискованно. Могут возобновляться какие-то, проявляться ситуации, при которых вылазят наружу ваши комплексы. Также ваша теневая сторона личности, какие-то зависимости. То есть даже зависимость это может быть и от человека. То есть когда кто-то вот просто зависим от кого-то, влюблен-то. Конечно же, страсть и так далее. То есть тут будьте, конечно же, внимательны в личной жизни. Могут быть какие-то моменты, может быть, вдруг и служебный роман и так далее. То есть тут все рискованно и нужно, конечно, все взвешивать. Поэтому по дьяволу будьте очень внимательны в личной жизни. Может быть, не рискуйте зазря. Особенно, если это касается каких-то вот таких бурных романов, страстей, инстинктов сексуальных. Следующий аркан. Продвижение по служебной лестнице или рабочей монеты. Продвижение, конечно же, да, из колесо фортуны. Вам может подвернуться такой случай. Счастливый случай. Такое бывает нечасто. У вас могут быть какие-то перемены в работе. Везение, развитие, то есть начало нового этапа работы или работы на новом месте удачливого, что-то может подвернуться. В общем, счастливый случай и так далее. Может быть даже какая-то приятная поездка, связанная с работой. В любом случае, продвижение по службе, конечно же, да. Может быть, один этап завершится в работе, начаться другой, или же, опять же, переход на другую. Или, может, кто-то ждал работу, у него не было, и она появится. Вам будет сопутствовать удача. Это может быть еще, конечно же, покупка автомобиля и перемещение на машине, то есть поездки на машине. И пятый аркан, чего вообще ожидать нашим близнецам в марте месяце, и это хлупец. Видите, он тоже говорит о новом этапе. Этот аркан говорит о новизне, о хорошей новости, о какой-то спонтанности, когда вдруг что-то случается. Время перемен, хороших новостей, сюрпризов. И если даже вы окажетесь в сложной ситуации, вы сможете из нее выйти. У вас получится, у вас будет энтузиазм. Опять же, новый этап какой-то жизненный может начаться. Даже у наших близнецов. Общение, новости могут быть даже и по поводу детей. Кстати, касаться детей. И время таких, знаете, непредсказуемых каких-то спонтанных решений, непредсказуемых ситуаций и сюрпризов. Надеюсь, у вас сюрпризы будут, близнецы, только хорошие. У вас все получится и все будет хорошо. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии и за подписку, и за просмотры. Всего вам хорошего и до встречи, близнецы и молодцы, на моем канале.